Всем привет! Сегодня я разберу вопрос о русификации игры. Прежде Flashpoint Cold War Crisis 1.99 или же Arma Cold War Assault. Как видите, у меня установлена стимовская версия лицензионная, и она на английском языке. Как мы видим, русского языка официально не поддерживается. Текстовые переводы есть на французский, итальянский, немецкий, испанский. Собственно, что нам понадобится? Для поиска русификатора рекомендую обратиться на сайт Arma KVA. Здесь есть статья, посвященная этой теме. Здесь кратенькое описание русификатора от 1С, инструкция по установке, и здесь есть ссылка на скачивание. Яндекс.Диск. Можете сохранить на Яндекс.Диск, потом скачать, или пройти по альтернативной ссылке, думаю, там можно будет скачать без проблем. Скачали архив, распаковываете его в любое место. Здесь будет три таких файлика. Дальше вам нужно найти папку, где установлена игра. В Steam это делается следующим образом. Управление. Посмотреть локальные файлы. Вот он наш путь к папке. C Program File Steam Steam Apps Common. Стандартный путь. Возможно, будет какой-то другой, и будьте внимательны. Далее нужно установить. Вот и нашел путь. Arma Cold War Assault, Common, Steam Apps, Steam. Все это в папке Program File, все на диске C. Устанавливаем. Установилось, можем проверить работу русификатора. Запустим игру. Как мы видим, русификатор успешно установился, текст теперь русифицирован. Можем даже проверить работу в какой-нибудь компании. Как видно, все титры теперь на русском. Это что касается стимовской версии, сейчас поговорим про 1.96. Не Steam. Я очень долго искал русификатор в интернете, но так и не нашел. Везде либо вирусы, либо еще что-нибудь. Я вам рекомендую просто скачать изначально русифицированную версию, если вам это нужно так-то. Конечно, лучше всего играть просто в 1.99, стимовскую, оригинальную, предыдущим способом русифицировать, без проблем играть. Чтобы перенести все ваши сохранения и наработки в редакторе миссии, копируйте папку вашего пользователя из папки Users в аналогичную папку в новой директории игры, а затем выберите вашего пользователя в главном меню игры. Ссылки на скачивание вы сможете найти в данной статье в группе Project Flashpoint Forever здесь. Кроме этих полезных ссылок, можно найти кучу всего другого, рекомендую в принципе зайти посмотреть. Всем спасибо за просмотр, обязательно проверяйте описание и комментарии под видео. Там будет актуальная информация по русификации игры.